Подарила я своей племяннице валеночки. Да только серый цвет ей показался слишком мужским. Надя, помоги мне сделать эти валеночки девчачьими. Ну да, с виду я бы сказала, что они больше для мальчиков. Но, Настя, ты не расстраивайся. У меня для тебя есть очень приятная новость. Я специально закупила жемчуг, уже нарезанный, и стразинки. Поэтому мы сейчас с тобой вдвоем быстренько их украсим, и твоя племянница будет довольна. Две руки хорошо, но думаю, что четыре лучше. Поэтому я буду показывать на своем примере, а ты будешь повторять. Поэтому я сейчас с тобой поделюсь жемчугом. Это половина тебе, а это мне. Чего начнем? Начнем мы с тобой вот именно с этого переда. Будем его украшать. Для этого мы с тобой берем ватные палочки, обычные ушные, наливаем клей. Клей у нас универсальный, морозостойкий. Наносим клей и приклеиваем. Вот так. Пятачок такой. Да, пятачок. Повар скрывает все свои грехи под майонезом, а дизайнер под стразами. Можешь, кстати, наносить сразу же по 3 вот так пятнышка. Так, мы ускорим процесс. Все, у меня готово. У меня тоже. Продолжаем дальше. Это еще не все. Теперь мы с тобой клеим самый большой жемчуг посерединке. И будем вокруг делать лепесточки. Декорируя сапожки, не забывайте о том, что рисунок на них должен получаться симметричным относительно друг друга. Чем мы будем заканчивать нашу композицию? Стразики. У нас есть замечательные стразинки. Будем клеить в пустые места, чтобы вот их закрыть. Для того, чтобы превратить обычные серые уги в яркий и оригинальный подарок, нам потребовалось 20 минут. Но нас было двое. Если вы будете делать это в гордом одиночестве, умножайте время на 2. Вот сейчас у нас получились такие замечательные валеночки. Думаю, что девочка будет счастлива. Мне кажется, любая сейчас прекрасная принцесса мечтает о таких сапожках. Теперь уже точно никто не скажет, что они мужские. Thank you.